Во что еще может упереться наш медный сигнал? Медный. В рыбу. Медный в комнате. Аквариумная рыбка. В комнате стоит аквариум. И вы в него бросаете конец кабеля. Чтобы рыбка вышла в интернет. Позвонила мне по скайпу. Кто звонит? Рыбка. Зевающий вокруг народа не слышно, что поет. Проблема это называется соединение. Она будет сообщение писать. Она будет сообщение писать. Код в ладонь. Бездаком для него. Азбук и Морзе. Дактилем рыбка воспользоваться не сумеет. По одной очень простой причине. Это пальцевой язык. Она будет хвостом. Недостаточно. Азбука и Морзе стучать хвост. Ну, это может. Так вот, проблема с соединителем. Мы рассмотрели наш кабель, в котором лежат замечательные наши витые пары. Более того, они скручены с различным шагом, чтобы хуже друг на друга наводить сигнал. Все у нас замечательно. Мы взяли даже экранированную витую пару, экранированную, которая еще дополнительно замотана в фольгу, и каждая пара может быть еще замотана в фольгу. Мы шли, шли, шли и пришли. Пришли к розетке, где наша замечательная высокочастотная линия втыкается в разъем. Таковой разъем сейчас имеет вот такую форму. Вот такого вот подсужиненного ножа. Но они разного размера, я просто представляю. Ну, представляете себе жилку кабеля? Но они одинаковые, на самом деле. Разъем имеет форму подпружиненного вот такого вот ножа, перьевого. Мы берем наш медный кабель с медным проводником посередине, прямо в изоляции. И с хрустом его врезаем вот сюда, специальным инструментом. Вот не придется показать, конечно. Нож прорезает изоляцию, и они входят в кабель. Раньше использовали то соединение, которое вы наверняка знаете. Клемма с винтом. Приходит провод, мы его зачищаем, накручиваем и прижимаем винтом. Знаете, это не сильно круто. Что у нас с точки зрения лучей сигнала? Мы уперлись в катушку. Это вообще кровавый. Поэтому для ВЧ соединений вот такие винтовые клеммы не годятся. Больше того, мы сделали врезку вот такую. Что мы должны сделать дальше? Мы должны торчащий хвостик. Пришел кабель от клиника. Вот мы его туда врезали специальным инструментом характерного щелчка. Мы должны этот хвостик аккуратненько срезать. Не загнуть, не оставить, только срезать. Иначе про наши 100 метров мы сможем забыть. Потому что мы несем ухудшение сигнала. Дополнительный мусор. Все стандарты действуют только при выполнении этих требований. Дальше мы берем аккуратно обжатый кабель. Опять же аккуратно. Соединяемся к компьютеру. Наслаждаемся. Так вот чисто теоретически каждая такая розетка отъедает у нас 10-15 метров полный денег. Соответственно, если вам пришлось собирать кабель из кусочков, несколько соединителей, вы это делаете сами. Сколько у вас чего остается?